нас начинается влог, и мы отправляемся в Памуккале. Памуккале – это восьмое чудо света. Мы сейчас находимся в Турции, как вы уже об этом знаете. Ну что ж, поехали! Нам с мамой дали два сухих пайка, что логично, и я покажу, что там внутри. Колбаса, тут помидоры, зелень, булочка, сыр, также апельсин и яблоко. Нас завезли в какой-то торговый центр, и тут мы приобрели магнитик. Вот такой магнитик мы купили в Памуккале. Вот кофе на песке. Да, решила вам я показать. Ну а я купила мороженое турецкое. Хотя оно ничем не отличается от русского, но да. Сейчас мы уже приехали в Памуккале. Там ворота находятся. Там пальмочки. И сейчас мы идем вот вместе с группой. Там она ушла. Ходили на гладиаторские бои. Мы идем по развалинам античного города. Вот античный город. Вот вдалеке. Это такой театр, где помещалось много-много зрителей. Мы уже в Памуккале. Смотрите, сзади все белое. Сейчас мы пойдем вон туда. Там, да, надо ходить босиком. Такой пол, по которому неудобно ходить. Это минус. Мы пришли в Памуккале. Вот тут так красиво. Это белое, это кальций. Белый — это кальций. Тут надо ходить босиком. Ну, не очень приятно ходить босиком, потому что немного больновато. Ну вот там водопады. Очень красивый кальций. Как снег. Как будто все в снегу. Такие роднички. Ну а потом мы пойдем купаться в бассейне Клеопатры. Скорее будем купаться. Там вот такое вот озеро. Ну, я думаю, это очень красиво. Вот что у нас под ногами. Люди все снимают, фоткают. Такая вот дорожка тут, и мы уже возвращаемся из Памуккале. Тут вот такой вот музей мы проходим, тоже старинный. Тут античный город, все люди фотографируются. Ну а вот там вот вдали находится само Памуккале, откуда мы сейчас и возвращаемся. Сзади меня уже находится бассейн самой Клеопатры. Говорят, когда ты погружаешься, как будто ты находишься, как шоколадка в шампанском. Тебя окружают пузыри. Ну что ж, скоро мы это проверим. Турецкая собака или памуккалевская. Главное, чтобы она кушала. Будешь картошку фри? Будет. Хвостом виляет. Довольно. А мы вот тут кушаем с мамой напротив бассейна Клеопатры. Скоро мы туда пойдем. Покушаем и пойдем. Тут лежат куча кетчупов, но вы знаете мою любовь к ним. Эти зеки кидают монетки. Так, сюда вернуться. Это все монетки на дне. На
набираем воду, качаем вот так. Попробуем. Я тебя не знаю. Я тебя не знаю.